Привет, друзья! Вас приветствует Кузнецов из Драйва. Сегодня, 9 марта 2018 года, ровно 75 лет назад, произошла Великая битва Второй мировой войны. И ничто не забыто. Понятие «Великая битва» для масштабов и истории нашей страны обычное боевое сражение, которое, ну, обычный боевой день, который проходил там в сводках практически незамеченным. Но для одной из стран европейских, такой как Чешская Республика, этот день стал знаменательным тем, что именно сегодня они отмечают второе рождение своей армии. Именно здесь они провели свой первый бой, когда отдельный чехословацкий батальон под руководством подполковника Свободы прибыл на место боев и вступил и был придан к 25-й Чапаевской дивизии. И здесь, вот на этих полях, вот в этих траншеях, которые восстановлены за моей спиной по местам тех траншей, которые были, именно рота известного героя Советского Союза, кстати, первого героя Советского Союза из иностранцев, Якара Яроша, приняла свой бой. Это был для них первый бой и последний, но героизм и мужество, которые они проявили в ходе этого боя, свою крепкость, характер, стойкость, знаете, способность пожертвовать собой, это вызывало уважение не только как бы, ну, у чешского народа, который до сих пор, ну, считает это праздником для себя лично, как рождение армии, но и уважение советских солдат, которые были, ну, находились в соседних позициях. Мы знаем, в Тарановке перед этим было несколько дней упорных боев, и в Тарановке проявили себя широнинцы, герои-саперы, которые 24 героя Советского Союза, которые получили практически все посмертно, исключая только Широнина, который получил там тяжелое ранение. Но, то есть, масштаб тех боев, которые были здесь, он впечатляет своим, знаете, драматизмом, потому что те люди, которые стояли здесь, они оставались уже прикрытием, потому что войска отходили, они понимали, что немцы проламливают, и они были сдерживающим фактором. И вот это является основой истории, исторической подложки этого боя. Все были за мжой, да, а эти были здесь, и им отступать было особо некуда, и задача была стоять. И в этом заключается вот подвиг этих парней, которые здесь находились. Особо приятно, что это было именно Чехословакия, да, то есть это были, они были, боролись с немцами, не понимали, что нужно с ними биться. А что касается реконструкции, могу сказать, что да, я как один из организаторов, являющийся еще директором Национального военно-исторического музея Украины, и до этого 15 лет своей жизни посвятил организации военно-исторических реконструкций. Мы уже были здесь 5 лет назад, и сейчас практически мы восстанавливаем те события как 75 лет назад, так и предыдущих 5 лет. Здесь собраны ребята с разных клубов Украины, которые приехали сюда, привезли свою технику, вооружение, там, снаряжение, чтобы продемонстрировать воочию, как это выглядело тогда. Мы попытались восстановить линию обороны, как смогли. Потому что там в то время за 2 дня они окопались, удалось им окопаться. У нас было времени на подготовку побольше, но погодные условия позволили нам сделать то, что мы сейчас можем продемонстрировать. Но тем не менее, все воодушевлены, всем очень хочется продемонстрировать это очень качественно. И надеюсь, нам это удастся в конце концов. Обеспечены всем, техника, вооружение вы видите сами, вы понимаете, что это все оригинальное, это восстановленное там, долгими там, свободными часами, когда люди отдают себя всему тому, что дело истории, чтобы это сохранить, восстановить. И любой человек в нашей стране мог это увидеть и пощупать, подойти, сфотографироваться и понять, вот так, вот на этом они воевали тогда. И я должен сказать, мне очень приятно, что часть из вооружения, которое здесь будет представлено, оно и сейчас выполняет свои функции и отличается, знаете, как бы своей неприхотливостью и своим качеством. Что говорит о том, что все-таки талантливые были наши конструкторы, которые это изобретали, это все делали. И техника, которая тогда была создана, а сейчас может дать фору там, многим единицам боевой техники. Полностью с вами согласен. Но все равно я считаю, что любое сражение, оно великое, потому что, да, может быть, в одной битве погибло 10 человек, в другой 20 тысяч, но каждая жизнь, она бесценна. Поэтому все-таки я назову это великой битвой. Здесь погибли как чехи, словаки, так и наши солдаты. Поддерживаю целиком, потому что, ну, да, любая битва – это битва, и она, так как если человеческие жизни ставятся на кон, она действительно заслуживает уважения и того, чтобы ее помнили, и уважали, и чтили память погибших ребят, и отдать им надо должное, конечно, за их мужество и героизм. Ну а теперь, друзья, давайте пройдем, посмотрим, как готовится каждое подразделение к бою, что делается. Ну и дальше вы все увидите сами своими глазами. И, кстати, благодаря нашему каналу увидят не только граждане Украины, а весь мир. А смуглянка молдаванка отвечала парню в лад. Партизанский молдаванский собирается отряд. Нынче рано партизаны дом покинули родной. Ждет тебя дорога, к партизанам в лес густой. Пробрались в один из окопов, точнее, наверное, капонир, скорее всего, для 45-ки орудия. Алексей, расскажите, вот вы молодой человек, да, вот откуда такой интерес к реконструкциям, к истории тяга? На самом деле, с самого детства очень интересовался историей родного края. А потом пошел, сейчас учусь на историческом факультете Харьковского национального университета имени Василия Назарыча Каразина. На историческом факультете кафедры археологии занимаюсь полевыми работами. То есть очень огромный интерес и опыт полевых работ, и в исторической реконструкции я нахожу себя. Очень интересно это, мне это ужасно нравится. То есть, мне кажется, что таким образом мы можем, в принципе, почтить память своих предков, которые полегли здесь. А вот вопрос по мундированию, это все сами делаете? На самом деле практически все это можно купить в свободной продаже, и это на самом деле не так дорого, как кажется. Больше денег уходит на мелкие вещи, подсумки, новодел, а все старое советское, в принципе, оно очень много чего подходит для реконструкции. А как относятся от дома, в семье, друзья? Положительно относятся в основном. Ну, на самом деле сейчас это достаточно, ну, не то чтобы не популярно, но очень мало кто этим занимается, поэтому вызывает это интерес. То есть популяризация истории – это наша главная задача. Ну вот сегодня, я так понимаю, по сценарию реконструкции вы должны погибнуть. Да. Как ни прискорбно это звучит, но я надеюсь, перед смертью, ну, такой, ну, да, в игре вы дадите. Обязательно. Залп. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое, что молодежь помнит нашу историю и чтит. Не так все плохо, друзья. Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз. Ну а сейчас мы спустимся в настоящий окоп. Здесь уже ребята готовятся к бою. Сейчас спросим, какой боевой дух у наших солдат. Ну что, братцы, дадим жару? Как боевой дух, ребят? Ждем. Надо сценарий поменять, чтобы мы победили. Ну их и так, им тяжело. Да, мы... их и так. Не, ну то понятно, а сегодня бы. Сегодня мы можем после боя поменять. О, смотри, черный дымок пошел. Вот это то, что надо. Как видите, боевой дух на высоте. Главное, чтобы оружие не подвело. Кстати, а как вот ощущение в окопе? А вы залезайте к нам и почувствуете. Тоже как вариант. Часика 2-3. Опа. Да, это знаменитое противотанковое ружье, по-моему, образца 41-го, да, года? Да, Дегтярёва. Да. И расчет состоял из двух человек. Стрелок и заряжающий. Да, заряжающий и стрелок. Ну, кстати, справлялось оно очень хорошо с легкими немецкими танками. В 43-м году уже, когда пошли тяжелые танки, уже оно как бы... Уже оно бесполезно было. Только гусеницы могли сбить. Ну, отлично боролось с мотопехотой и с огневыми точками. Кто-то с ним давал прикурить. Фашистам. Сила. Ну, конечно, тягать его, наверное, особенно ж много было. Ну и сколько было раньше пешек, это сейчас мы так немножко донесли. А марш, в основном маршевые роты, те, которые с движения сразу вступали в бой. И потягав такую железяку, конечно, отдать должное нашим дедам. Здоровья надо было иметь очень много. На сухарях много не натаскаешь, если они в желудке. Дай бог, чтобы сухари были. Ну опять же мы можем наблюдать, как винтовки Мосина, карабин. И еще самое главное тоже оружие, особенно хорошо было в рукопашной схватке, это саперная лопатка. Копай, руби, бей с плеча. Не менялось сотню лет. практически. Я думаю, менять как бы смысла не было. Вот. Но если честно, друзья, ощущения такие очень двоякие. Аж мурашки по коже бегут, особенно действительно, когда смотришь на поле, представляешь, что оттуда сейчас на тебя попрет враг. Я думаю, что и волна танков, и когда еще малыми силами давать сопротивление, это страшно, очень страшно. И поэтому знаю, со мной ничего не случится.